После объявления чрезвычайной ситуации 11 октября в Латвии внезапно выросло число нетрудоспособных. Государственная инспекция здоровья стала получать множество жалоб от работодателей с просьбой проверить обоснованность выданных врачами больничных листов. Сами работодатели связывают эту ситуацию с тем, что работников обязали вакцинироваться. Как рассказали РосЛСМ, в Государственной инспекции здоровья в одном учреждении на больничный ушли сразу 85 работников. На данный момент можно сказать, что Госинспекция здоровья получает намного больше заявлений от работодателей с просьбой проверить обоснованность больничных, чем это было до этого. Учитывая большое число жалоб, инспекция информирует, что время рассмотрения заявлений может быть дольше месяца. Мы призываем работодателей сообщать нам, если за период рассмотрения заявления о нетрудоспособности жалоба стала неактуальной, и работник, возможно, снова начал выполнять свои обязанности. Инспекция напоминает, если обнаружено нарушение в порядке выдачи листов о нетрудоспособности, то врача можно привлечь к уголовной ответственности. Ему может грозить штраф в размере от 140 до 1400 евро.